Можно плыть по Тунгуске среди облаков. Они прыгают в реку, как рыбы, не тонут. Оказавшись в тайге, на реке ты таков, что поют твои струны души, они стонут. Сосны, скалы сурово, красиво живут. Научиться у них с неба сцеживать силу, а тоску городскую закручивать в жгут, и душа, чтобы больше ее не просила. Мы давно уже заинтересовались Красноярским краем. Здесь уникальная природа, уникальные богатства. Когда ты попадаешь в подобное место, ты понимаешь, что это мощь. И когда видишь всю эту красоту, просто какое-то счастье. Тут эти места просто так невозможно. Вот так сел на самолет, полетел, ты сейчас Европа, что-то там более доступно, чем вот эта наша красота. Спасибо экспедиции. Не было в моей жизни таких экспедиций, потому что я думаю, что очень мало людей, которые себе могут позволить, которые были в них. Люди настолько далеки, и они не могут понять, насколько здесь хорошо, насколько здесь спокойно, насколько здесь душевно. Я вас всех поздравляю, что все у нас идет по плану. Вот, мы сделали хороший перегон, 240 километров. В окрестностях чудесного старорусского города Верхний Имбатск мы сегодня и заночуем. Это до реки Енисей. Пусть до реки Енисей передаст вам ту силу, которую река несет. Река – это большая мощь. Река – это всегда энергия. Вот, здесь вся земля напитана энергией. Я думаю, что вы, возвратясь домой, это почувствуете. Здесь начинают манить за порог. Только двери открой, только шаг, и потянет в первозданные гущи таежных тревог, неизвестными двигаться прежде путями. Мы решили пройти чуть ниже по течению Енисея до Труханской Курейки, исследуя все притоки, правые, левые притоки Енисея, почувствовать, как это было в свое время. В 17 веке началось освоение Сибири. Первые, наверное, поселения – это все, что от Енисейска и ниже по течению Енисея. Ставились остроги. Осуществлялась какая-то торговля и взаимодействие с местными племенами, тунгусов, ивенов, остяков. И хотелось увидеть и почувствовать, как это было вот в те времена, как казаки осуществляли такие сложные переходы. Ну, сейчас экспедиция в два этапа. До Труханска вот это будет первый этап, потом с первого этапа какое-то количество народу вернется домой, присоединится другая группа. И каждый раз кто-то новый у нас, понимаете, чтобы показать природу севера, вот это вот, людей, общение. Вот в команде оказался в 2015 году, первый раз, когда мы посетили Монголию. С того момента экспедиция меня просто поразила.
за 7 лет уже какой-то образовался, какой-то алгоритм подготовки. Ну, ждешь ее с нетерпением, считаешь дни, часы до выезда. Встречи с друзьями, которые здесь. Ну, здоровье, конечно. Ну и наш традиционный экспедиционный подарок. Тебе золотую монету. С днем рождения! А если встречаются какие-то трудности, которые мы преодолеваем их все вместе, и вот это вот сплочение, командная работа, вот это вот ощущение плеча, да, друга, вот, это дорогого стоит, и вот из этого дружба, собственно говоря, и получается. Давай, будем пробовать! Все хоп-хоп-хоп встали на свои места, несмотря на то, что ситуация, как бы, до этого не было такой ситуации, никто не репетировал. Но просто настолько люди уже вот тонко чувствуют друг друга. Мощным, работает и двигает, да, машину потоком под названием «Экспедиция вперед». Можно смело идти в любые походы и знать, что ты выйдешь из любых ситуаций передряг именно благодаря вот этой надежности людей, которые ходят на экспедиции. Я очень люблю нашу страну и стараюсь, пока сила есть, посмотреть ее. Нельзя любить того, чего не знаешь. И чтобы любить Родину, надо ее знать. А чтобы ее знать, нужно, конечно же, в том числе и путешествовать по возможности. В первую очередь, да, говорят, вот по России, не надоело вам по ней путешествовать? Ребята, она такая огромная! Экспедиция показывает, сколько таких мест. Есть же карта большая экспедиции, где там были, где не были, где планируют быть. И все понимают, что и половина-то еще не охвачена даже за 20 лет. Обогащать и обогащаться, ну, в плане там духовном, надо все-таки у себя на родине. Дело в том, что мы когда двигаемся, мы живем, а это то самое наше движение. Это наше движение. Вот у Геннадия Викторовича сюда он приезжает, и вот, да, удивительно, он может с этой удочкой просидеть час, два, три, чтобы выловить одну рыбину. Но он за эти 2-3 часа приобретет больше, в этом душевном плане. Он же не просто смотрит на удочку, он же еще о чем-то думает. А мыслей у него очень много хороших.
Это видео. Хорошо. Это у нас сейчас прекрасная возможность наловить рыбы и накормить людей. Но у нас были места, где ты надеялся на оленя, а оленя нет. Самые свежие новости Туруханского района. Экспедиция «Анстрем», возвращаясь по реке Елагуй с места стоянки, оставив предварительно топливо, веря все-таки в дух русского народа и в сибирские традиции, что его никто не возьмет, обнаружила, что, к сожалению, 2/3 бочки оказались слиты. А топливо, как назло, в обрез. Вот. Ну, конечно, дополнительные трудности получили. Сейчас пришлось одной лодкой ехать специально за топливом. Благо осталось тут, ну, не так далеко. Туда-обратно там 120 километров. Конечно, мы из ситуации выйдем. Ну, расскажу про север, что люди добродушные, отзывчивые. Ага, Миш, слушай, такая ситуация. Мы были на Стеговой, мимо нас проходила вчера лодка. Ну, видать, молодые сопляки, уже поддатые. И, короче, у нас на 50-м, понял, украли весь бензин. Никогда, где бы ты ни был, не бросят тебя в беде. Ну, сейчас я приеду, на одну ногу сломаю, расскажешь. Что бы с тобой ни случилось? Ладно, Миш, давай, будь здоров. Миш, аргумент снимает. Студент. Пашка, брось камеру. Экспедиция существует с 97 года. И основная часть команды, да, которая там из 10-12 человек, они вместе прошли, ну, почти 20 лет. Мы очень плотно и хорошо общаемся на родине, в Воронеже. Собрались, пожалуй, личности и сильные люди в каждом из направлений, то есть которые в быту, как говорится, в мирской жизни многого достигли, многое умеют, а здесь каждый раскрывается по-своему. Все разные абсолютно. И то, как они в течение там, 2-3-4 недель уживаются друг с другом без конфликтных ситуаций, позволяет как-то себя чуть-чуть поменять и понять, что вот можно же так, можно. Работает, работает. Почему не повторить там на работе, дома, в семье? Такая крутая. А вкусная вода на самом деле. Будешь? И это понимаешь в разных ситуациях. И когда мы попадаем в какие-то интересные приключения или просто сидя там у костра. А на Карской губе все штормит, дождь косыми зарядами бьет, рыбаки от безделья спят, даже хариус мух не берет. Пробивая гондолы валы и цепляясь за струи веслом, мы сюда по течению пришли, или течением нас принесло. От удушья больших городов, от привычного быта щедрот, за последние ленты хребтов, в ощущение высоких широт. Поселение мое Буридан, не салон для изысканных дам, без возвышенных слов и замков, поселение простых мужиков.
Россия занимает самую большую площадь в мире. В России шикарная природа из-за климатических условий. Это реки, моря, леса. И это надо смотреть. И ты можешь смотреть разные ландшафты, разные пейзажи. Ты, по крайней мере, думать можешь, что это твоя страна, и она, ну, безгранична. Благодаря этому мы природные, мы жертвенные, мы безбоязненные, мы самоотверженные и способны на очень многое. Мы другие. Вот реально, мы другие. Дай Бог, чтобы мы не поменялись. Понятие Родины – это не просто территория. Не забудь захватить оберег, а не то соблазнит тебя прелесть таежных объятий, и остаться захочешь, проделав сальто в лес тунгусский из города теплой кровати. На самом деле путешествие – это свобода. Мы, наверное, делаем так, что происходит сплав силы места, духа людей, и он потом на выходе дает как сплав вот те впечатления, те эмоции, те воспоминания, а у кого-то еще и глубокие размышления, почему так, зачем и что с этим делать. Вот это три основные вещи.